282 серия Магадан Владивосток, 29 день пути. Переправа через реку Алдан. Пройдена половина всего маршрута, то есть 50%. Посмотрите на процесс посадки на паром. Саму реку Алдан, насколько это было возможно. Ну, пытался максимально информативно эту серию вам представить. Поверните направо, а затем вот вроде бы и все. Какие права, какие влево. Через 100 метров паромная переправа. Нет, как попадает, и другая, она не будет, а то не будет, она 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 не будет
На маленьких запускаю, и я поехал. Поехали. Чтобы он меня поставил к боковому, на боковое место. Машина. Ой. Шкода Октавия. Да. Нужно другую резину, чтобы ездить. Но. По трассе Колыма. А что так не думал? Хорошая мысля, приходит опасная. Но.
да, вижу, а вот он. Механика, да? Автомат. Только на высокой резине, на высоком протекторе. Да. Вот тогда можно ехать. А на такой резине, я говорю, вот вчера буквально опять прокол был, но заклеили, слава богу. Диск раздолбал. Вообще кошмар. Я смотрю, все едут, там 2-4 колеса на крыше. Вот это можно ехать, да. А это машина для городской манеры движения. Погода. Это асфальт, для асфальта. Для асфальта, да. Для асфальта. Это крашеный, да? Нет, это пленка. А, ну ты что, белый? Цвет белый. Белый, а это пленка. Накопление пленка. А так, они там идут, да? Внутри белый, а снаружи желтый, да? Нет, белый. Она вся белая, просто... Это наклейка, да? Да, пленка. А, пленка. Пленка. А этот, по документам белый, да? Желтый. Ну, переоформили. А... В ГАИ переоформили. Там, замена цвета сделали, да? Ловит только одну радиостанцию. Когда построят мост, уже вроде бы разговоры идут о строительстве моста, но когда будет построен, не знаю. На противоположном берегу с пристани начинается нулевой километр до Якутска. Километров, но дорога там тяжелая, конечно. И километров 70, говорят, вообще жуть. Ну такая же, как на этом была, на трассе Лена. Сказали, что переправа, паромная переправа закрывается 15 ноября. А меня на трассе предупреждали, что 15 октября. Но в любом случае я доволен тем, что удалось пройти вчера все эти перевалы в ясную погоду, где можно было заснять. А так дожди, слякоть очень тяжело. Но, слава богу, солнечную ясную погоду я прошел. Так, это местное радио. Так, кстати, ни Теле2, ни Мегафон пишут, что нет сети, связи нет. Но ребята говорят, на том берегу чуть-чуть работает Мегафон. Теле2 нет, и они все на Билайне сидят. На Билайне. Сейчас вот общался с ребятами, с водителями. Они несколько дней наблюдают меня на трассе. Там видели. Цвет необычный. Желтый привлекает внимание. Вот. И в Усть-Нере видели меня. И раньше, и после Усть-Неры. Там, где я бросал монету, это родник, источник. Сказали, что тоже видели, как я воды набирал, монету бросал. В общем, популярная личность. Ну, вроде бы подняли борт,
мостик, по которому заезжали. И теперь уже, наверное, с минуты на минуту двинемся. Так, у меня запас хода. С момента пуска, как запустил двигатель, час 42 минуты. Свободное место в баке 10 литров. Так, буду считать не с момента заправки, а с момента... Так, ну все, мы отчалили. Еду задом наперед. Так, а как же выезжать-то? А, ну правильно, с этого борта заехал. С этого мостика выезжать буду направо. Вот пристань. Тут я ночевал два раза. Первый раз, когда ехал в Магадан, вечером переправился, на ночь глядя ехать, это безумие было для меня. Кстати, дорога это подтвердила. На самом деле, до Хандаги, так, что он развернется, что ли? Не Хандага. Ну что за то самое. 40 километров на дорогу убито. Как же называется это место, где я был? Сейчас, дай бог. Как же этот город называется, ё-моё? Не город, поселок. Сейчас развернется. Заба на крыше, что ли, выезжать будем? Так, этот пока я выключу. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tú eres Puerto Rico.